Детская энциклопедия с Микой и Ликой. Всем привет! Всем привет! С вами детская энциклопедия с Микой и Ликой. Каждый выпуск мы обсуждаем новую тему. Сегодня мы обсуждаем тему космос. Лика, ты знаешь, что такое Вселенная? Что? Вселенная – это все вокруг. Все и все. Планеты, звезды, небо, облака, мы. Все это Вселенная. Ага, понятно. Лика, ты знаешь, сколько звезд во Вселенной? Что? Нет. Звезд приблизительно в космосе 1000 миллиардов. Если разделить все звезды на людей на планете, каждому достанется 200 звезд. Так много? Если ты хочешь узнавать новые интересные факты, подписывайся на наш канал. Чем больше лайков мы соберем, тем больше видео у нас будет. Из чего сделаны звезды? Звезды сделаны из космической пыли и газа. Лика, а ты знаешь, какая звезда самая яркая? Солнышко. Нет, самая яркая звезда – это Сириус. Сириус в 200 раз ярче, чем Солнце, и намного дальше от него. Из-за этого мы его еле видим. А ты знаешь, какая форма у звезд? Да, вот такая. Неправильно. Оказывается, у звезд форма круглая. На Земле кажется, что она остроконечная. А всегда ли будет светить солнышко? Да, конечно. А оказывается, что солнце когда-то перестанет светить. Ой, нам не станет холодно. Не переживай. Это наступит уже через много-много лет. И даже наши пра-пра-пра-пра-правнуки этого не увидят. А тебе нравится узнавать новые факты? Значит, подписывайся на канал, жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Пока!